сначала. О! Какая она тяжелая. Ой. Пришла мне долгожданная посылка. Одна тяжелая, одна хрупкая. Ну, по крайней мере написано fragile. Хрупкая. Я начну с тяжелой, потому что я знаю, что это. Это, скорее всего, белая мука, которую я заказала на eBay, как всегда, органическая, перемолотая на каменных жерновах. В общем, английская здесь, в Англии это все делается недалеко. Я ее еще ни разу не заказывала, такую муку. Я заказываю серую муку, как цельнозерновую, а белую я еще не заказывала. Смотрите, какая красота. Полная коробка, полная муки. Сколько же я там заказала-то, я уж не помню. Я уже не помню, сколько я заказала, но тут муки очень много. Так, сейчас я вот эту коробку уберу и выложу. Каждой упаковке 1,5 килограмма. Я как посчитала, мне дешевле ее вот так покупать, чем в магазине. Почтальон был недоволен. Ну как недоволен? Не прям так недоволен, но говорит, что очень тяжелая. Вот сколько. Интересно, они бумажечку положили, они обычно кладут бумажку того, чего я заказывала. На ней написано organic, stone grind, plain, unbleached. И интересно, что написано unbleached. Unbleached это значит, bleach это то вещество, которое отбеливатель. Вот, написано, что она не отбеленная. А разве муку вообще отбеливают? Ой, вот это с дыркой порвалась немножко. Разве муку отбеливают? Я что-то такого не знаю. Написано, она не отбеленная. То есть другую муку ее отбеливают, получается, что ли? Почему написано, что она не отбеленная? Кто знает, напишите. Муку отбеливают разве? Во, какое у меня богатство здесь. Так, одна мука, один упаковка немножко порванная. Бумажки здесь нет. О, Агафья пришла. Миша. Так, следующая коробка. Агафелия, давай я закрою дверь, чтобы там не было шума. Агафья залезла. Венька, ну иди тогда, играй, иди. Я раскрываю вторую коробку. Ну, слезай, давай. Иди. Ну, хочешь, чтобы дверь была открыта. Ну, давайте. Все у меня тут ходят, бродят так. Где тут у него? Если Агаша будет там играть в игрушки, будет нам мешать. Миша, закрой дверь. Собой, ладно? Итак, что же здесь? Вот эту посылку я не знаю, что здесь. Ее залепили так, что еще не откроешь так просто. Ну давай, открывайся. Все пришло по обычной почте английской, по-моему, или курьер, я точно не знаю. Так, что это? А, еще у нас такой большой коробки. Ничего себе, вроде маленькая вещь. Ну да, ничего себе маленькая, большая. Ой, о, классно. Здесь просто много пупырчатого всякого. Видимо, чтобы не сломалась, не ударила. Сейчас я покажу поближе, что это. Это классная вещь очень. Сейчас я распакую ее и покажу ее поближе. Смотрите, какая штука. Здесь у нее должны быть насадки, видимо. Да, разные тут как ножи. О, смотрите. Куда-то они должны вставляться. А где инструкции даже нет, да? Даже инструкции нет. В общем, идея такая, что вот эту штуку вот так вот вводишь, вот так вот, и нарезаешь что угодно. Здесь вот так держишь и вот так вот нарезаешь. Такая вот железная штука. Здесь это двигается. Ну вот, я не знаю, как эти ножи вставлять. Я вообще это купила для нарезания овощей. Потому что на ней очень удобно овощи резать. Есть такая же пластмассовая, китайская, но я решила приобрести вот такую железную, основательную. Во. Вот как оно здесь поднимается. Вот. Поднимается и опускается, да? Так. Ай, стой. Вот это вот упало, да? А, во, вот так. Во.
Так она теперь не упадет. Так, берем картошку и нанизываем ее, да, сюда вот так. Во, вот так. Так, а теперь проводим как-то непонятно. Ай, нет. Может, что-то я не так делаю? Никакой инструкции нет? Сюда, наверное, надо еще вот такую штуку, нет? Да, вот сюда надо еще вот такую ставить. Вот так, да? Вот так, да, вот. И что у нас получилось? О, смотрите, какие чипсы получились. Вот такая нарезанная... Нарезанные чипсы получаются, да? Вот такие чипсы получаются, нарезанные. Ну, в принципе, идея понятна. Надо будет тренироваться, пробовать, как это делается. Ну, вот так вот. Моется, значит, вот эту надо помыть, да? И что? Так, и вот эту, да? Ага, и вот эту вот надо помыть. Вот. Вот такой вот агрегат интересный, из железа сделан. Стоил он мне всего 20 паундов. А пластмассовый стоит, по-моему, около 15 или 10. Я вот решила взять все-таки железный. Вот такой вот. Называется вот так, Mandolin Slicer. Профессиональный написано. Красивая, конечно, такая коробка вот такая вот. Здесь все показывается, что входит в сет, в комплект. Так, что здесь можно? Ну, здесь нарисованы чипсы. Можно чипсы, можно помидоры, какие-то грейпфрукты, капусту. Вот что я хотела, точно. Я уже забыла, зачем я ее покупала. Вот память, а я забыла, зачем я ее покупала. Я же действительно хотела на ней попробовать капусту делать. Капусту у меня была идея и чипсы. То есть картошку так резать, вот такими вот палочками. Можно, конечно, руками, в принципе, резать. Ну, я вот решила попробовать. Если она хорошо, как бы легко будет резать капусту, то ей цены не будет. Потому что для меня лично это морока. Резать капусту на что-то такое тоненькое, такое вот там, не знаю, на борщ или там на засолку. Или я люблю очень салат просто капустный. Если эта вещь будет мне принесет пользу, я буду очень рада. Решила еще показать вам муку. Тут уже дырочка вот есть, поэтому я ее тормашкой буду открывать. Ну, давай, мука, высыпайся. Такая вот мука. Сейчас из нее хлебушек сделаем. Слушайте, она действительно какая-то, мне кажется, другая. Или, может, мне кажется. Сейчас я возьму муку, из которой я обычно пеку хлеб. И мы из нее посмотрим, какой цвет у нее. Так, сейчас я за мукой обычной схожу, с которой я пеку хлеб. И посмотрим. Так, вот моя мука, она тоже органическая, но на ней не написано, что она не отбеленная. Я вообще не знаю, что это такое за отбеливание муки. Сейчас я насыплю ее, посмотрим. Да, ну и что мы видим? Я лично ничего не вижу. Я разницы никакой не вижу. Что отбеленная, что не отбеленная. Может быть, она оба она не отбеленная. Ну, здесь ничего не написано, что она отбеленная, не отбеленная. А в которую я купила, написано, что она не отбеленная. Не знаю, что это значит. Я, в общем, готовлю хлеб. Сейчас сюда заквасочку плюхнем. Во-первых, соли сюда насыплю. А во-вторых, закваску. О, какая она у меня красивая. Смотрите. В общем, у нас будет органический хлеб. Но если закваска органическая, мука органическая, значит, будет органический хлеб. Сейчас еще воды сюда налью. Вода только у нас не колодезная, а из бутылки. Но фирма, которую я покупаю, не буду ее рекламировать, воду, которую я покупаю, она из Шотландии, из хорошего источника. То есть не какая-нибудь там из-под крана. А, хорошая вода. Сейчас замесю тесто и посмотрим. Так, воды мало. Замешаю тесто сейчас и посмотрим, какой получится хлеб на этой муке новой.